Мне настоятельно говорят, что я телеведущая. Потом говорят, что из ЦРУ. Я вполне согласна. Почему нет? Вполне. Где Лейла? Где Лейла? Какая Лейла? Там Юлечка. Юлечка, мне нужна твоя помощь будет, когда ты свои дела закончишь. Что за помощь? Мне нужно помазать спиртиком. Мои последствия купания. Ну, покажи. Вот. Отсюда. Вот тут, тут и вот есть еще вот тут. Ё-моё, Лейла. Сейчас уже ничего не будет. Сейчас бабье лето, сейчас все пенсионеры. Ну, а что это пенсионеры? Там молодые тоже. Мы найдем. А мы найдем. Вопреки всему. Вопреки логике. Вот так вот. Я что-то молодость, у меня это главное, или очень холодная бежит, или сильно-сильно горячая. Я все время это регулирую, регулирую там. Ага. Пипец. Лейла, нафига ты меня тут снимаешь? Да красиво. Я снимаю то, что красиво. Лейла, я долго мылась? Ну, что-то показалось, что это долго. Нет, кстати, ты в этот раз помылась быстрее, чем обычно. Я даже удивилась. Да? Ну так у меня еще главный душ шалил, я думаю, что такое? Или сильная горячая вода бежит, да или сильно холодная. Это была проблема в твоем подсознании. Скорее всего, да. Вообще нормально. Вы выбрались из дебри подсознания, так скажем. Ты будешь свой соленый огурчик? Давай. Нет, я не хочу соленые огурцы. Подводку. Что? А, подводку. Вот почему у нас не шли соленые огурцы. Потому что нашему Сереже нужны огурцы подводку. Все вполне всегда, все, так скажем, все всегда кстати. Что? Дрочить компьютер прекращать? В смысле? Иди поговори в воздухе. А, поговорить хочешь? Покурить. Я не хочу курить. Не хочу курить. Это вредит моей коже лица, курение. Да, кстати, курение вредит коже лица. Моим зубкам. Да всему. Моим легким. Моим деткам, моему сыну.